Если ты успеешь поставить лайк за 3 секунды, то ты будешь учиться только на пятерке. Хей-йо, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, Славик Мас, ну и конечно же мои подписчики, и сегодня у нас, ребята, будет мега эпичная эволюция Day17, или же, друзья, как менялся Day17 и его жизненный цикл в Брикрикс. Да, ребят, посмотрите, новый монстр Тревора Хендерсона, его, друзья, конечно же, построил Дарк. Именно в Брикриксе. Это, друзья, День 17 или же Day 17, как он называется по-английски. Вот такой, да, друзья, посмотрите, огромнейший монстр. Вы, ребят, только посмотрите на него. Ну, короче, да, ребят, в принципе, обычный монстр в стиле Тревора Хендерсона. Вы, ребят, только посмотрите на этот огромный CP-объект. Да, ребят, я знаю то, что это как бы не CP-объект, но мне так, ребят, намного удобнее называть их. Ну, короче, да, ребята, сегодня мы посмотрим, как меняется День 17 в течение его жизни. Посмотрим, да, друзья, его жизненный цикл. Конечно же, да, друзья, ставьте лайки. Давайте мы на этой серии наберем 5000 лайков. Если вы хотите больше эволюции у меня на канале, именно монстров Тревора Хендерсона и не только. Ну и, конечно же, друзья, приходите на мой дискорд-канал, мой дискорд-сервер, на мои съемочки по Брикриксу, по Гаррис Моду и не только. Ссылочка, конечно же, находится в описании. Вот, ребят, смотрите, сколько сегодня подписчиков пришло на мой сервер. Вот они все. Вы тоже так же можете сделать. Короче, ребята, ссылка в описании находится на мой дискорд-сервер. Приходите, всех-всех жду. Всего лишь, друзья, нужна лицензия Брикрикса в Стиме, либо же Гаррис Мода. Ну и, друзья, в принципе, наша эволюция начинается. Это, ребята, первая стадия Day17. Да, друзья, вот такой вот прикольный день 17. Посмотрите. Кстати, друзья, пишите в комментариях, почему именно так называется этот монстр Тревора Хендерсона. Почему именно, друзья, день 17. Видимо, я, ребят, предполагаю, он напал... Там, не знаю, какой-то город, или впервые его увидели 17 дня, типа 17 числа какого-то месяца, или что-то в этом роде. Ну, короче, да, ребят, возможно, какая-то такая вот предыстория. Пишите, вдруг, если вы знаете. Но, по-моему, это, друзья, один из самых, в принципе, сильных монстров Тревора Хендерсона. Видите, даже, ребят, начальная стадия. Ой-ой-ой-ой, офигеть! Ребята, вы только посмотрите, просто что мы творим. Но! Но, друзья, с другой стороны, видите, мы нереально просто большие. Довольно-таки сложно, ребята, играть даже сразу же за первую стадию. Мы, ребят, видите, просто огромные. Просто, друзья, гигантские. Давай, давай, давай. Я застрял, что ли? Угу. Видите, да, ребят, немножко я застрял. О, так, 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 так. Но! О! Видите, да, друзья, просто-напросто разорвало. Это автомобиль. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой, офигеть! Ребят, видите, просто нереально. Крутой Day17 наш. Видите, ребят, просто что мы творим. И это, ребят, вы понимаете, только-только первая стадия. О-хо-хо-хо. Офигеть. Кстати, друзья, пишите в комментариях, как вы считаете, на что он похож. Да, ребят, на что похож наш Day17. Мне он напоминает какую-то огромную лошадь без головы. Вообще, ребят, в оригинале это какая-то просто огромная черная клякса, да? С какими-то усами или какими-то, не знаю, конечностями. Ну, что-то в этом роде. Какие-то, да, ребят, усики, в общем, свисают. Такие длинные, большие отростки какие-то. Так, так, так. О-о-о! Друзья, видите, просто что мы, блин, творим? Уничтожаем все просто машины, которые только есть в Бриксвилле. Но! Офигеть! Вот реально, ребят, давненько у нас не было настолько мощных стадий, настолько, ребят, сильных монстров. Вот это, видите, ребят, красный автомобиль просто офигел, по-моему. Так, 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 так. Давайте, друзья, за ним. Быстрее, 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 быстрее. И... Ну, попал, попал, попал. А, он уехал уже, нифига себе, ребят. Видите, автомобиль какой быстрый. Так, о, сиди, сиди, сиди. Автомобиль, все. Капец, ребята. Видите, просто что, блин, происходит. Так, ну что, друзья, короче, поехали полный вперед. Краса, зачем ты меня взял, затаранил? Ты хочешь умереть? А, видите, он, ребят, уже все как был уничтожен. Неплохо так. Так, давайте, ребят, на самую большую улицу мы поедем. Видите, мы, ребят, постепенно растем, все больше и больше становимся. Соответственно, нужно, ребят, уже как бы идти на более большую улицу, на более широкую улицу. Так, 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 так. Нифига себе. Блин, реально, ребят, видите, Дарк просто нереально круто постарался. Реально, очень-очень крутую стадию. Авария произошла. Сделал. Так, 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 так. О, оранжевый, получай. Но! Капец, ребята, что просто происходит? Так, розовый, розовый, розовый. Бро-бро-бро-бро-бро. Получай. Все, ребят. Еще минус одна машина. Вообще, ребят, для эволюции по стандарту нужно уничтожить где-то примерно 10 машин. Но, по-моему, мы уже уничтожили машин 20 минимум. Видите, ребят, просто что происходит? Офигеть. Так. И все. Эпичненько. Очень, друзья, видите, эпичненько, конечно же, получилось. Так, сиди автомобиль. Бро-бро, иди сюда. Так, 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 так. А, он уклонился. Но, конечно же, это, ребят, недолго. Так, вот это, ребят, видели? Оранжевый. Оранжевый что-то здесь пролетел. Иди сюда, иди сюда. Так, 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 так. Все. Все, ребята, разорвали.
Короче, да, ребят, видите, вакханалия полная на сервере происходит, потому что огромнейшее просто количество подписчиков сегодня, ребят, пришло. Видите, 12 человек. Короче, друзья, если вы также хотите, как эти уже подписчики, попасть на мой сервер, конечно же, друзья, на мой дискорд-канал и, ребят, поучаствовать в моих съемочках, то приходите, ребят, конечно же, да, в мой дискорд. Ссылка, конечно же, друзья, находится в описании, где же еще. Всех-всех, ребят, жду. Всего лишь нужна лицензия Брикрикса или Гаррисмода в Стиме. Ну и да, ребят, желание попасть на съемки, переходите, друзья, в описание, да, переходите, ребят, по ссылочке и приходите. В общем, да, друзья, вот такая прикольная стадия 1 до 17, день 17. И давайте мы, друзья, в принципе, прямо сейчас же эволюционируем до следующей стадии. Ну и, друзья, посмотрите, наша следующая стадия, да, ребят, это день 17, вторая его стадия. Вы, ребят, только посмотрите, как я подрос, да, с момента предыдущей стадии. Так, давайте, ребят, испытаем. Оооо, офигеть, офигеть, вы это, друзья, видели? Просто полная жесть. Так. Давай, полный, ребят, вперед. Посмотрите, ребята, просто что, блин, происходит. Капец. Мы, ребят, видите, теперь не поточечно уничтожаем какие-то определенные машинки, а прям вместе, ребят, с городом. Полностью, ребят, весь город уничтожаем вместе с машинами, с людьми. И все, что только, ребят, подвернется под наши залпы. Так, оооо. Офигеть, конечно, ребят. Видите, просто полная жесть какая-то происходит. Мы, ребят, буквально за секунду, видите, полностью весь город уничтожили. В принципе, довольно-таки, конечно же, круто. Но с другой стороны, я, ребят, люблю именно точно какие-то машинки определенные уничтожать. Тихо. Ребят, посмотрите, мы еще и залагали, вы понимаете? Угу. Все, друзья, минус просто целый город. Конечно, за такие огромные размеры, видите, нереально просто сложно играется. Просто, друзья, видите, полная жесть. Какой-то такой вот маленький домик. И мы, видите, даже уже, ребят, нормально не можем уничтожить. Так. Ой. Офигеть, все. Теперь, ребят, можно двигаться вперед. Так. Офигеть, друзья, вы понимаете, это только вторая стадия. Представьте, каких размеров у нас будет третья стадия. Просто, ребят, огромнейший монстр, огромнейший, друзья, мутант. Так. Машинки я, конечно, ребят, вижу, но какую-то определенную, ребят, одну маленькую машинку я не могу уничтожить, потому что довольно-таки сложно. Они, друзья, видите, слишком маленькие. Короче, давайте мы сейчас, ребят, разрушим полностью весь этот город и дождемся либо полицейских, либо военных. Их, ребята, уничтожим. Так, думаю, намного будет лучше, потому что они, ребят, чувствую, прям колонны целые нас приедут. А хотя, в принципе, ребят, по-моему, они уже едут, я их уже, ребят, слышу. Так что добиваем эти, друзья, машины и ждем. Вот-вот полицейские приедут в этот город. О-о-о, офигеть. О, ребят, смотрите, полицейские. О-о-о, все, друзья, начинается. Тихо. Офигеть. Так, смотрите, ребят. Много, очень-очень, ребят, видите, много полицейских. Они, друзья, прячутся где-то там. Так, стреляем, ребят, по ним. Блин, довольно-таки, да, друзья, видите, сложно вообще попадать. Просто, ребят, видите, нереально прям сложно. Так, давай. И огонь. Ребят, видите, просто полная жесть какая-то. Так, ну по идее мы уже целый, видите, город разрушили. Теперь, друзья, просто нужно уничтожить полицейских. Ну и все, в принципе. Угу. Так, вообще, ребят, я довольно-таки большой, видите, массивный. Предлагаю их просто-напросто раздавить. Так. Ребята, давайте мы просто-напросто их раздавим. Наших полицейских. Капец, как же это, ребят, видите, сложно. Офигеть. Давай, назад. Ребята, просто жесть, видите, как это происходит. Стреляем по низу, вот. Есть попадание. Тихо. Так. Ой. Так, ребят, смотрите, вижу еще полицейских. Огонь. Блин, друзья, видите, просто нереально сложно. Нереально, друзья, аж лагает уже. Так. Блин, ребят, реально, почему так лагает? Неужели от моих залпов так, друзья, лагает сервер? Походу, ребят, чисто от моих залпов. Так, ладненько. Так. Друзья, видите, просто жесть. Что, блин, просто, ребят, происходит? Капец. Ну, думаю, вы, ребят, в принципе, так поняли то, что это просто нереально мощная стадия нашего, друзья, D17. Он, ребят, видите, огромный, большой, неязвимый. По мне, ребят, стреляет мне, в принципе, видите, ноль урона. Вообще особо полицейские мне даже ничего не могут сделать. И плюс мы, ребят, мало того, что убиваем наших полицейских попаданиями, также мы их, ребят, довольно-таки жестко, видите, оглушаем. Вот этой звуковой волной, когда, ребят, стреляем по ним. Так что там, ребят, полицейские, видите, уже в очень-очень плохом состоянии. Каких мы еще не задели, мы их, ребят, просто-напросто очень серьезно ранили, оглушили. Так,
О, короче, да, друзья, такая прикольная стадия D17. И давайте мы теперь, друзья, уничтожим еще какой-нибудь город. И, конечно же, ребят, я вам покажу следующую, последнюю максимальную стадию. Ну и, друзья, посмотрите, мы только что переместились в Лего Сити. Это, ребят, максимальная стадия нашего день 17-го. И, друзья, смотрите, это танки. Танки, ребят, самые настоящие. Огонь! Ой-ой-ой-ой. Видите, да, ребят, просто-напросто полная какая-то жесть, видите, ребят, происходит. Офигеть! Ребята, понимаете, просто жесть какая-то. Так, переспавниваемся, друзья. Так. На ноги становись, D17. Вообще, да, ребят, видите, просто огромная, нереально, ребят, крутая построечка. И мне, ребят, довольно-таки, видите, сложно за нее как бы играть. Танки, ну что, давайте, нападайте, попробуйте меня убить. Давайте, попробуйте. Посмотрим, ребят, что сейчас у них получится. Так. Где там они? Вот, я, ребят, их вижу. Так, огонь. Стреляем, ребят, по танкам, капец. Ребята, что, блин, просто, видите, происходит? Друзья, видите, просто жесть. Так. Но! Все, по идее, мы, ребят, уже, видите, все танки либо очень-очень серьезно повредили, либо, можно даже сказать, уничтожили прям практически, ребят, полностью все. Остались, видите, там просто единицы танков. Все, ребят, да, готово. Так, все это танки? Серьезно? А, вот, справа, смотрите, ребят, один умудрился, ребят, додумался объехать. Так, вот, сейчас, конечно же, друзья, и мы давайте его уничтожим, все. Он, ребята, видите, тоже готов. Все, разорвали. Ну что, друзья, теперь просто берем и уничтожаем полностью весь, наверное, Лего Сити. Хотя это довольно-таки уже скучно. О, ребят, смотрите, военные такие мелкие букашечки, просто какие-то муравьи, ребят, бегут. Стреляем по ним. Все. Конечно же, мы, ребят, убили военных. О, смотрите, на парковке вижу. Так. Ну, все. Еще, друзья, минус один. А, вон, смотрите. Танчик там какой-то еще, что ли, остался. Или мне, возможно, показалось. Так. Все. Ну, короче, да, друзья, вот такой вот офигенный D17. Это, ребят, да, огромный монстр Тревора Хендерсона. Вот такая у нас сегодня мега, ребят, эпичнейшая эволюция получилась. Друзья, да, получается, сегодня у нас был жизненный цикл. День 17-го. Вот такого, ребят, огромного какого-то монстра. Из какого-то, ребят, просто потустороннего мира, из какой-то потусторонней вселенной. Вы, ребят, да, еще раз только посмотрите на него. Он, ребят, видите, просто огромный, в принципе, больше, чем половина города, чем, друзья, половина нашего родного Лего Сити уже. Конечно же, да, друзья, ставьте лайки. Сегодня я вам показал все-все его жизненные стадии, его, друзья, жизненный цикл, как он меняется в течение, ребят, его жизни. Да, друзья, с вас лайки, подписочки, комменты. Ну и мы, друзья, конечно же, встретимся с вами в новых роликах, в новых, друзья, эволюциях, в новых сериях. Всем, ребята, пока.